«Люблю город, дорогу и жизнь». По таким лозунгам прошла совместная акция ГИБДД и Детского дома творчества. Сотрудники инспекции совместно с юными вожатыми напомнили десногорским водителям о правилах дорожного движения. Здравствуйте. В рамках проводимой недели безопасности мы бы хотели вам напомнить о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Вот, пожалуйста, возьмите. С ремнем безопасности, себя, своего ребенка, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и свою жизнь. Вожатые получили возможность пообщаться с водителями и рассказать, насколько важно использовать ремень безопасности, соблюдать скоростной режим и правила проезда пешеходного перехода. А инспекторы уверены, что такие совместные акции – действенный способ повышения культуры водителей. Воспитанники дома детского творчества, творческого объединения «Школа вожатых» уже не первый раз принимают участие в различных акциях с сотрудниками ГИБДД. Ребята, нам это же нравится, да, ребята очень любят доносить до людей, что соблюдать правила дорожного движения – это очень важно. Профилактическая акция проводилась с 23 по 27 сентября. А усвоили ли водители материал, будет видно в ближайшее время. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.